А между тем, студенты педагогического университета начали собирать подписи в поддержку Камиля Ахтямова. Сразу после того, как суд отправил опального декана исторического факультета в следственный изолятор, на популярном сайте Change.org была создана петиция. Ее создатели не согласны с обвинениями в адрес Ахтямова, требуя отпустить его под домашний арест и провести объективное расследование. За два дня петицию подписали уже порядка 300 человек.